В 8 микрорайонах Алатауского района Алматы сейчас ведутся работы по прокладке инженерных сетей. В ходе рабочего объезда аким Алматы Ербулат Дусаев ознакомился со строительством сети и канализации в микрорайоне Саялы. Еще одним объектом посещения в районе стал медицинский центр, который охватит 60 тысяч горожан бесплатным лечением. Обо всем по порядку в сюжете Адель Акжаркеновой. Канализационные сети в микрорайоне Саяла начали прокладывать в июне этого года. Завершение планируется уже в августе, рассказали акиму представители подрядной организации. Ербулат Дусаев отметил, что участки, на которых ведутся работы по прокладке инженерных сетей, были получены еще до присоединения к городу. С 2014 года шла активная застройка. Конечно, в первую очередь нужно было предусмотреть дорожную и инженерную инфраструктуру. А поскольку люди здесь уже живут, было необходимо создать комфортные условия, сказал аким. В свое время это были либо садоводческие товарищества, либо пустые земли. И накопленные вопросы еще после присоединения к Алматы. И вот мы последние, получается, начиная вот с осени 22 года, интенсивно занимаемся именно решением проблем. Далее Ербулат Дусаев посетил новую частную клинику на 400 посещений в смену в микрорайоне Нуркент Алатауского района. Здесь будут получать бесплатное лечение более 60 тысяч жителей. Как отметил глава мегаполиса, меценаты, которые принимают участие в реализации таких важных социальных объектов, всегда найдут поддержку со стороны городской администрации. Поликлиника на проспекте Рыскулова Момышлы построена на частные инвестиции. Ее открытие в мае этого года позволило охватить медицинским обслуживанием в шаговой доступности десятки жителей района и снизить нагрузку с горбольницы. Сегодня к медцентру прикреплены порядка 23 тысяч горожан. Отметим, что в микрорайоне Нуркент отсутствуют государственные медучреждения. Ближайшая городская поликлиника номер 29 находится в микрорайоне Зерделя. Адель Акжаркенова, Рашидин Якупов, телеканал «Алмата».